хотя внешне конечно похоже спаслись, чтобы мы были, но народы все не похожи. В общем-то, чистая, вот и далее, это надо не покупать, я скажу такой. Thank you.
Ну, это дальше, да? Ясно, да? Просто иногда это бывает, помните, муху даже показывают. Очень болезненно. Это анастомозит. На эту фотографию я, честно говоря, бы ответил, что точно не на основании. Ответил бы, что... Тут это трансформационная ткань. Это снято так, что нет анастомозии конструкции. Конечно, вот это вызывает анастомозию. Но, по крайней мере, мне кажется, что в отличие от опухоли, это переходило. Это не рейтинг. Диагноз эндоскопический, по крайней мере, потому что плохого эндоскопии тут же лучше железы. В общем, на все на это похоже. Но это не время так и опять же, я посетовал биологию, что не говорили гистологию, но она сказала, что диагноз сказал, что никто не понимает. Не знаю, как вы считаете, русский гистолог? Тоже можно, конечно. А вдруг кто-то знает? Ну да. Конечно. Учились. Вот Максим Лохматов рассказал, что у них организовано отделение эндоскопическое, гистологическое, практически в одном отделении. Так что я думаю, что они будут. И кое-какие сонографии бы, особенно педиатисты, тоже хорошо бы. В общем, я тебе сразу. Это гиперпластические болезни в области гастроэнтерологии. В общем, как вы знаете, они иногда были довольно страшные. Фильтрация, фибрин и так далее. Это тоже центробанка? Я чувствую, что проблемы с эскувизатом. Надо переходить на сапсин. На сапсин переходить. Это необычный такой пассивистый образование. В общем-то, они бывают, когда вот наступающие профиль желудки, гиповидные. Вот их некоторые родились в виде такие, типа, ну, как кончик пальца такие. А это необычный свет, в том, что она такая, вроде как свисает, вроде дольше. Ну, пальпация, опять же, но форма необычная. Она оказалась тяжелой? Это, как вы понимаете, фокусы субдифференциальной аденокарциномы, вот показаны стрелки, особенно хорошо на верхнем слайде видно это, и такие специфические сгруппированные эрозии, скажем, лекарственные вопросы, и выраженные кишечные плоды, как бы драться. Следующий. Ну, это, конечно, сосок, большой, да, сосок, который нужно. Чего тут уже нет, ну то, а есть чужой, ясно. Самый простой. А толстая кишка, как вам для толстой прокрасить? Но для толстой кишки все-таки простые плавать. Это морщинки. Ну, конечно. Следующий. Но это не кусок мяса, это типичные березные, это много толстой кишки. Какие, в данном слове мы хотели, чтобы для молодых врачей показать, что это это лекарственный калин. И Виктор Владимирович сказал, что несколько бледноват, но бывает такое. Желтоват. А в ответ на какой препарат? Или это серный гормон какая-то? Просто диагноз. Бывает. Еще по розовению. Антибиотика, да? Как я уже сказал, 40% у нас больше половины отказало. Первое место у нас...
за представитель 52-й больницы Воронцов Александр Викторович. А кто-нибудь есть из 52-й? Что передать ему? Призы? По телефону. Ну, а? Ну, призы как традиционного фирмы «Олимпус» там готовила, и мы добавили до своего нашего общества там книги, журналы. А второе место за Нар Калиханова и Евгения Алексеевна из исполнительного. Очень много людей, у которых вообще есть.
мы будем завершать, чтобы расставаться было легче, пометьте себе в календарях следующая дата. 16-19 февраля Хайдарабад, Всемирный конгресс по эндоскопии. Настоятельно вам рекомендую, потому что, ну, я уже говорил об этом, еще раз повторю, что это не все китайские, не все индийские всемирные, а это по-настоящему Всемирный конгресс, где сойдутся точки зрения всех стран и всех континентов. Должно быть интересно. Затем у нас в конце марта, Михаил Павлович, какие у нас цифры? Последний четверг марта. 29-го, по-моему, да? 29-го, 30-го и 1-го апреля. 29-го, 30-го актуальные вопросы эндоскопии в Санкт-Петербурге. И тут же 1 апреля российско-японский симпозиум. Но японские специалисты, насколько я понимаю, будут принимать участие и брать в курсах в актуальных вопросах. То есть такое совместное. И 5-6 октября Сочи, Дагомыс, международный видеофорум. Тоже там приедут ведущие специалисты из Соединенных Штатов, из Европы, Жан-Франсуа Брейн, Тор Барон, Фьодор Эмбакен, Марк Джованини, точно, и Рами Элиаким, и плюс наши. Сейчас мы разместим на сайте правила представления видеоматериала, поэтому у каждого есть возможность получить грант на поездку, представив интересный клинический случай. Правила их направления будут размещены, так что, пожалуйста, присылайте интересные клинические случаи, выигрывайте грант и принимайте участие. 5-6 октября. Евгений, да, Николай? Чем же будет расклад? Когда? В июне. В июне. 30 июня, 1 июля. Скорее всего, если это будет решено на Совет. 30 июля, 1 июля. ЕС, Ярославский эндоскопический симпозиум. Еще раз. 22 марта. По программе обмена нам приедут два доктора, я считаю, японских доктора. Я еще фамилию пропишу. Они приедут доктора. Значит, будет довольно такое продолжительное. Будет целый первая половина дня. Мосэндо состоится, как обычно, Московское эндоскопическое общество. Достроена среда. Состоится в 5 часов сначала. А вот первая половина дня эти доктора будут проводить что-то среднее между семинаром и мастер-классом на нашей базе. То есть целый день мы будем. Кто с утра придет, кто с пяти. Желудочная кишка. Михаил, само МОСЭМП тоже, естественно, будет выездить. Да, мы предлагаем у нас, чтобы перетекало. Перетекало. Ну, то есть мы практически не расстаемся, судя по количеству. Это мероприятие вот решено было 5 минут назад, мы полную информацию получили, и теперь вот так вот спланируем. Коллеги, спасибо большое всем, кто приехал.